И, конечно же, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужны пульты управления, громоздкое оборудование связи, магнитофоны, бумажные электронные записные книжки и прочее. Мысль заменит вам все это и многое другое. Ваши возможности станут воистину безграничными. Изучите иностранный язык одну минуту, выучить квантовую физику за сутки, знать наизусть все шедевры мирового искусства. Все это станет возможным. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Небольшая инъекция нейрополимера, которую вы можете сделать на ближайшем пункте полимеризации. Именно там вам выдадут мысль. 5 минут. Всего 5 минут, и вы человек будущего. Товарищ, пройди полимеризацию вместе со всеми согражданами Великого Советского Союза. Стань частью коллектива 2.0. Научись управлять роботами силы и мысли. Покори космос. Взойди на вершину эволюции. Глобальный запуск сети коллектива 2.0 состоится 13 июня 1955 года. Осталось 2 дня. Надень мысль сейчас. Издание Homo Futurum в числе первых. Пришло время перейти в будущее. Сохранение данных. Сохранение данных. Вот это размах! Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий.
Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, Петри. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Уже через два дня, в понедельник, сможет управлять роботами силой мысли. Будет прежним. Мысль — это не только необходимое, но еще и очень стильное личное оборудование. Высокотехнологичные эргономичные решения сочетаются с элегантностью и утонченностью форм, а также широким выбором расцветок корпуса. Вы сможете подобрать цвет устройства на свой вкус, подобрав под оттенок глаз, любимые цвета одежды или выбрать иное цветовое решение, отвечающее вашему видению оттенок.